как вообще вы сюда попали на этот спектакль? Почему вы? Пошла и купила билет. Я просто люблю этот спектакль. Не спектакль этот, а вообще этот театр. Мне очень нравится. Я люблю этот коллектив, этот квартет. Ну, я просто купила билет. За что вы любите квартеты? Они очень прикольные. То есть не заучены роли какие-то, а импровизируют здорово. Чувство юмора у людей классное. А сегодня вот вы сидели на спектакле, какие у вас были ощущения? Как всегда, великолепные. А почему вы решили в свой день рождения пойти сюда? А просто так совпало. Только пая. Ну, как-то банально сидеть дома, выпивать, кушать и хочется еще раз хочется. А как вы оказались на сцене? Ну, значит, молодец. Молодой человек за меня руку поднял и вытащил меня туда. Я сказала, там лежат. То есть ведущий спросил, у кого день рождения сегодня? Товарищ поднял руку, все. Расскажите, как вот, что было на сцене, что происходило, когда вы были задавали вопросы, познакомились сначала, задавали вопросы, потом ушли за кулисы, они выбрали каких-то героев, которых мы должны будем угадывать вдвоем. И как вам удавалось угадать? Ну, так, через раз. И как вам выступление Цикала? Ну, так, с чувством юмора, конечно, по сравнению с квартетом, мы его не очень. И кого бы вы из героев хотели видеть на такой постановке? С приглашенным? Да. Может быть, Ургант, да. С удовольствием. Ну, в прошлый раз я была на клубе комедии, был Цискоридзе. У него с чувством юмора неплохо, как оказалось. Я его не люблю раньше. И вот каким был прошлый спектакль, да, с Цискоридзе, и сейчас Цикала? Был лучше, более мобильный почему-то, вот именно за счет героя приглашенного. Цикала, он как-то более тормозил, что ли. Ведущий даже уже на ней прикалывается начал. А вы знали заранее, что это будет именно Цикала? Нет, а это нигде же не пишется. Он обозначил это, сфокусировал внимание, что мы об этом не говорим, а то народ не пойдет. Кто не любит Цикала, он просто не придет. А что-нибудь из шуток запомнилось вам? Самое такое интересное. А вы знаете, там каждый слушал. Можно слушать бесконечно этот квартет. Это невозможно даже повторить. Хорошо, спасибо.